Авария произошла 30 мая в полдень. Водитель «Лады» 1951 года рождения, двигаясь с прилегающей территории на трассу со стороны Шипунова, был уверен, что успеет выехать на свою полосу, однако не рассчитал и столкнулся с большегрузом. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся. В 59-м километре автодороги Новосибирск-Ташанта водитель, управляя автомобилем «Лада», осуществляя выезд с прилегающей территории на трассу Р-256, не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю «МАН», в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Телесные повреждения получили водитель «Лады» и пассажир, его жена, которую увезли в больницу.